Здравствуйте, это канал доктор Мамонтов, канал о здоровье костей и суставов, канал об образе жизни. Сегодня у меня очередное видео на тему «Кому помогло?». Послушайте, что пишет мне Елена Белзнер. Добрый день, искала комплекс упражнений после ковида и в течение 2 недель делала вашу гимнастику, но только до 4-й минуты. Затем выключала видео, отдыхала, а затем продолжала делать упражнения. А сейчас делаю его полностью, плюс делаю приседания с гантелями. Это упражнение тоже нашла у вас. Зарядка супер. И появилось желание жить и мечтать. Эти упражнения вы сейчас видите на экране. А вот что пишет Ольга Родионова. Да, эти упражнения реально помогают. Попала в больницу с 40% поражением легких. Гимнастику начала делать еще дома. В больнице не прекращала. И в палате, и в коридорах делала по нескольку раз в день. Врачи думали, что выпишут дней через 10. Но на 5-й день уже сказали, что будет выписка. Сами были удивлены. Муж дома лечился. Сначала был не в состоянии делать все упражнения и делал то, что мог. Потом стал выполнять весь комплекс целиком. Уже год прошел, но с этим комплексом не расстаемся. Постоянно делаем, да еще контролируем друг друга, не профилонивали. Спасибо за комплекс, но самое любимое – это лежание на животе. Даже сплю теперь на нем. Еще раз спасибо. Речь идет об утренней гимнастике для укрепления легких, которое я опубликовал в апреле прошлого года в разгар коронавирусной инфекции по всему миру. И в ответ на эти упражнения я стал получать ежедневно массу положительных комментариев от людей, которых это упражнение реально спасло от тяжелых осложнений со стороны легких. Это упражнение необходимо делать с самого начала, как только человек заболел вирусной инфекцией. Продолжать это упражнение в период всего срока болезни и после выздоровления в течение 4, 5, а то и 6 месяцев для того, чтобы минимизировать вероятность развития тяжелых рубцовых изменений в легких и легочной недостаточности. Есть еще показания для этого упражнения. Это хроническая обструктивная болезнь легких, это хронический бронхит, это хроническая пневмония. Эту гимнастику необходимо делать людям, которые перенесли операции на легких. Эта гимнастика очень хорошо помогает людям, страдающим бронхиальной астмой. И второе упражнение, благодаря которому у моей подписчицы появилось желание жить и мечтать, это упражнение для укрепления тазобедренных, коленных и голеностопных суставов с утяжелителями, с гантелями. Этот комплекс укрепляет мышцы, связки, сухожилия в области тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. И люди, страдающие артрозами тазобедренных, коленных, голеностопных суставов, после выполнения этих упражнений значительно лучше себя чувствуют. Если понравилось вам это видео, поставьте лайки, поделитесь этим видео со своими родными, друзьями, близкими, родственниками, с теми людьми особенно, которые болеют коронавирусной инфекцией. Оно реально поможет им выздороветь и минимизировать различные осложнения со стороны легких и сердца. Пишите в комментариях ваши результаты после выполнения тех или иных упражнений. Подписывайтесь на наш канал. Всего вам доброго, до свидания и будьте здоровы!